ТВ. Сегодня, ребята, мы распаковываем долгожданную посылку. А долгожданная она потому, что мы устраивали угадайку. И вы, ребята, угадывали, что же находится вот в этой посылке. И сейчас и мы, вот наконец, посылка. Ее откроем и вам покажем. Еще у нас есть одна маленькая посылочка, которую мы хотим разыграть среди вас. Вот она. Для того, чтобы ее выиграть, ребята, это просто, очень просто. Написать комментарий под этим видео, как вы подписаны ВКонтакте. И сделать репост ВКонтакте. Ссылочка на наш ВК под видео в описании. А также на эту классную штуку тоже будет ссылка в описании. Это такой брелок Bluetooth с GPS-модулем. Его можно вешать на ключи детям, можно вешать на ошейник животным. И с помощью телефона, с помощью определенной программы отслеживать как животных, так ключи. Если вы где-то в доме даже потеряли ключи. То есть местонахождение. Местонахождение. Да? Нажали на кнопочку в телефоне в специальной программе, они издают звук. Потеряли телефон. Нажали, допустим, на брелок, он тоже издает звук, и можно найти как брелок, так и телефон. Вот это классная штука. Я тоже хочу. Папа, ты нам такие закажешь? Обязательно. А посмотреть на этот брелок можно по ссылочке в описании в магазине Ньючик. Удобно для тех, кто постоянно ключи теряет. А вы, ребята, Эля, мы же забыли напомнить ребятам, чтобы подписывались на тебя, ставили лайки, и, ребята, нажимайте на колокольчик под видео, и тогда вы сможете первыми узнавать, когда выходят наши видео. Так, давайте уберем. Кстати, к этому брелочку, пока Эля распакует, расскажу, идет инструкция. Здесь указано, какую программу можно скачать. И вот видите, даже, мама, мне нужны ножницы. Поэтому заходите по ссылочке в описании, смотрите, все об этом брелке узнаете. Еще раз, папа, условия. Под этим видео пишите, как вас зовут ВКонтакте. Да. И мы тогда рандомно через неделю... Делайте репост ВКонтакте на этом видео, на своей странице. Обязательно репост, ребята, на своей странице ВКонтакте. И получите вот такой приз замечательный. Так, потрошите наш. Может быть, мы ножницы возьмем. Кстати, да, у нас есть один победитель, который угадал уже эту посылочку, который получит приз. Мы его назовем немножко позже. Что там? Что-то красивое, доставай. Ух ты, давай покажем ребятам. Это, смотрите, деревянные какие-то пазлы. Смотрите. Здесь сова изображена. То есть мы, получается, из вот этих деревяшек сможем собрать такую сову? Да? Сейчас мы попробуем. Мне кажется, это будет очень интересно. Лиза, а можно поподробнее? Давайте я ребятам покажу поподробнее. Здесь написано 8+. Ну, сейчас проверим, справимся мы или нет. А также в этом магазине, в Ньючике, разные такие бывают. Посмотрите, ребята, что можно... можно лягушку, можно крокодила, сову, медведя. Бери пальчик и верблюд. Верблюд есть еще. Вот такая вот классная штука. Папа выбрал нам сову, да? Сову. Давайте покажем с обратной стороны. Стоит эта головоломка пазлы очень недорого. Настолько интересная. Смотрите, сколько это деталей. Мне кажется, что это будет намного интереснее, чем просто бумажные пазлы. Сейчас, Алиса, откроем. Ну что, папа, давай. Вот бы Евроов сделал такие бонстики 5, да? И раздавал за покупки в Евроопте. Детали от бонстиков. Детали, да? От бонстиков. В одной деревяшке при покупке. Да. Так, ой, смотри. Их много, смотрите. Папа, инструкция. Посмотрите. Все разрисовано. Каждая. О, глазки даже есть. Смотрите. Покажись, покажись, мама. Что наша Алиса обиделась? Да, посмотрите, что есть. Все пронумеровано. Полностью каждая деталька. И скорее всего, что
Интересно. Я открыла глазки, вот. Но полной инструкции нету. Все надо сделать самим. Мама, потому что это глазки достаются вот так вот. Мама. Что тебе, Алиса, дать инструкцию? А я буду такой. Ребята, разобрались мы с этой инструкцией. Здесь, смотрите, все детали пронумерованы. И на каждой детали написано, какую деталь нужно вставлять вот эти, в эти пазы. Эти детали все можно выдавить. Они, смотрите, здесь... Одну молотную выдавить. Да, надрезаны, но они очень легко выходят, смотрите. Так. Вот видите, очень легко все выходит, достается. И детали, смотрите, собираются вот таким вот образом. Вставляются в пазы друг к другу. То есть каждая деталь пронумерована на инструкции, и какой номер соответствует этой детали, мы вставляем деталь тоже под соответствующим номером. Это, ребята, занятие на самом деле, наверное, не на один день. Но если целый день сидеть собирать, то может и соберется. Поэтому сейчас видео мы собирать не будем, но обязательно мы эту сову соберем и покажем вам в одном из наших видео, что же у нас получилось. Потому что игрушка-головоломка классная. А вы заходите под видео в описании, по ссылочке, смотрите, сколько стоит, заказывайте из магазина Ньюши. Как вы видите, что мы очень много чего заказываем оттуда. Товары интересные, товары прикольные. Также там есть одежда для взрослых, для детей, игрушки. Много всего для дома. Кстати, заходите вот и смотрите. Тоже из этого магазина. Да, кстати, вот такой костюмчик, Элен, классный, тоже оттуда. А сейчас мы объявим, кто же выиграл в нашей угадайке. И это... Та-да-да-дам! Максим! Почти Эля угадала. Это Марго. Это смотрите. Пользователь с ником... Подождите, Марго, он написал, как угадал или угадала, не, мы она, просто в шоке. 3D деревянная головоломка пазлы. Как можно было это угадать? Марго, признавайся, да. Напиши нам, как это... Пожалуйста, напиши. Такая. Пожалуйста, напиши нам, конечно же, свой адрес, чтобы мы могли тебе приз отправить. А также напиши, как ты смогла или смог угадать это. На самом деле были в шоке. Это даже первый день, по-моему. В первый или во второй день это было отгадано. Мы просто не знаем, как можно было отгадать. Нигде мы эту информацию не выкладывали, никому не говорили. И просто, если честно, в шоке. Да, поэтому, Марго, поздравляем тебя, пиши нам свой адрес. И, ребята, не забывайте, что у нас идет мини-конкурс на репосты. На брелок, на такой икар-брелок. Очень классный Bluetooth, GPS, брелочек на часы для животных. Мы его разыграем для вас. А ссылочка на него будет под видео в описании. Слышите? Да. А если на этом? И также, что это за брелок, тоже мы оставим ссылочку, вы перейдете по ней, посмотрите. Это очень интересная вещь. И стоит очень недорого, и думаю, что она вас заинтересует. Сегодня, ребята, мы с вами прощаемся. До новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Элинка ТВ, и всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока.